Маршрутка влетела в киоск. Авария произошла в Златоусте. Очевидцы говорят, что водителю стало плохо за рулем. У него случился приступ эпилепсии, и он потерял управление. Маршрутка с пассажирами влетела в цветочный ларек. Очевидцы поспешили на помощь людям в салоне микроавтобуса и водителю. Его с места госпитализировали. О его состоянии пока ничего не известно. Подросток на мопеде попал под легковушку. На перекрестке 15-летний молодой человек просто не увидел ВАЗ 7-й модели и начал движение. В итоге был сбит автомобилем. Сейчас подросток госпитализирован. А участники аварии на трассе М5 ищут очевидцев. ДТП случилось на 1866 километре. Как рассказывают пассажиры и водитель Мерседеса, они ехали в сторону города. А Рено выехал с обочины, не убедившись в безопасности маневра, и не пропустил их. Но водитель Рено уверяет, что он не виноват в столкновении. Теперь ищут очевидцев, которые помогут следствию восстановить полную картину ДТП.